21 человека в новый состав общественной палаты утвердили депутаты Магаданской городской думы. Представители спорта, политических партий, здравоохранения, образования и других социально значимых сторон общественности будут представлять интересы жителей города. Сейчас общественной палате предстоит собраться на свое организационное заседание, на котором будет избран председатель, и в дальнейшем уже общественная палата как полноценный орган будет работать в интересах жителей города Магадана с теми проблемами, которые выходят на первый план. Также депутаты переизбрали участников избирательной комиссии Магаданской городской думы на следующий период в 5 лет. По словам Сергея Смирнова, важность наличия этого муниципального органа обусловлена тем, что впереди ожидаются выборы губернатора региона, а также возможные довыборы депутатов в городскую думу.